Но я думаю, что это попытка просто такого саботирования и давления, на которое существует масса инструментов, которые можно применить и противодействовать таким шантажным способом добиться отмены новой методологии. Эксперт считает, что несмотря на то, что новая методология расчета цены на топливо действительно далека от совершенства, все разговоры о том, что, дескать, она наносит ущерб импортерам нефтепродуктов и чуть ли не ведет к банкротству, мягко говоря, не соответствуют действительности. Во-первых, методология четко предусматривает наличие и операционной прибыли, и ограничивает определенные затраты. Все это связано с тем, чтобы привести цены в соответствие с более приемлемыми и убрать сверхприбыль этих компаний. Если это будет так, будут действовать лишь ограниченное число компаний, то это, скорее всего, ни к чему не приведет, и очень быстро даже эти компании возобновят свою деятельность. Но в долгосрочной перспективе это невыгодно самим компаниям, потому что это приведет к, в самом деле, к большим для них убыткам. Роман Кирко уверен, что единственная цель импортеров нефтепродуктов – это отмена методологии. Но у них это не получится, так как никто не ставит под сомнение важность применения такого инструмента для сдерживания аппетитов на топливном рынке. Напомним, новая методология, разработанная на РЭ, применяется с 1 июля. Сегодня на АЗС одной из сетей ограничили продажу топлива. Для легковых машин – 10 литров в один бак, для грузовых – 20, и для большегрузных – 30 литров. Ольга Дзитковская, Акчент ТВ.